Не останавливаются ни днем, ни ночью. Ремонт главной улицы Саратова, Московская, ведется круглосуточно. Лилия Матвеева узнала, на каких еще дорогах города появится новый асфальт. Улица Большая Садовая – одна из главных дорог города, соединяет Фрунзенский и Ленинский районы. По ней же осуществляется проезд к автовокзалу. Площадь ремонта около 36 тысяч квадратных метров. Еще 4 тысячи – это тротуары. На эти цели выделено 42 миллиона рублей. Когда дорогу делать, обращайте внимание, если ливневки нет, и там она не установлена, значит, разуклонку делается такой, что вода на поверхности дорожного полотна не скапливается. Центральная улица Саратова – Московская. В этом году ее ремонтируют от Вольской до Лермонтова. Уложат около 2 километров нового дорожного покрытия. Особое внимание уделяется его качеству. Необходимо сделать все возможное, чтобы уложенный асфальт прослужил как можно дольше. Для этого дорогу сделали трехслойной и усилили основания. Общая стоимость работ – почти 100 миллионов рублей. Московская улица у нас приоритет, потому что она является основной артерией города и самой центральной. Поэтому было принято решение ее сделать очень хорошо. И в то же время поставить бордюры из уже гранита, для того, чтобы уже и был внешний вид очень хороший, и, соответственно, чтобы долго эта дорога простояла вместе с бордюрным камнем. Ремонт улицы Московской ведется с полным перекрытием движения. Уже с понедельника дорожники возьмутся за участок от улицы Октябрьской до улицы Мичурина. Чтобы ускорить процесс, дорожники работают днем и ночью. Проехать к набережной по новой дороге можно будет уже в середине ноября. Лилия Матвеева, Екатерина Усова, Иван Серяпин, Павел Криклевец, «Вести», Саратов.